Всем привет, с вами Channel Wu. Сейчас мы вторую часть будем играть. Слендерина подвал. Подвал номер 2. Вот, все, я накопил. Начнем. Вот и все. Изи. Начнем. Так. Побежали. Так, ну, похоже, наверное, видео будет долгой. О, ключ. Взяли. Посмотрим, что здесь. Ну, как всегда, там ничего. О, книжка. Вот и все, взяли. Так. Похоже, нет там ничего. Бежим, бежим со всех ног. Да блин. Так, посмотрим. О, еще одна книга. Так, стоп. А, печаль. Так, посмотрим, что здесь. Ну, как все. Да блин, это тронь. Так, о, одну из дверей активировали. А где книга? Ну, как всегда, там ничего. Так, бежим. О, еще одна книга. О, еще один ключ. Посмотрим. Я спрятаться не могу, никак. Жалко, что вообще нельзя спрятаться. А вот если спрятались бы, то это было круто. Так. Да блин. О, еще один ключ. Уже 3 ключа нашли. Кто за мной бегал? Посмотрим. О, еще одна книга. Бежим. Мы уже почти 3 минуты снимаем, уже 5 книг нашли. А ну-ка. Не, лучше не надо делать. А то я сейчас багнусь. О, взял эту книгу на всякий случай. Бежим, бежим со всех ног. Так. Ой. Я же испугался. Так, это взяли книгу. Да ёк-макарёк, хватит за мной бегать. Она как паучок. О, все, все книги собраны, пора валить. Нифига себе, уже 4 минуты прошло, мы уже все книги собрали. Это вообще жесть. Это как? Так, надо туда идти. Вот и все. Мы выход нашли. Бежим, бежим со всех ног. Ну, как всегда, там ничего. Активировали одну дверку. Так, ну все. Пора валить. Ну все. Так. Ну все.
Капец, ребят. Вот это у меня короткое видео со Слендериной. Короче, ребят, давайте будем на это заканчивать. Все, подписываемся, ставим лайк, нажимаем на колокольчик, пишем комментарии. Всем пока!